Maria. She find a new home. Чего? Ну, расскажи о своем новом доме. Да, да. Он тебе подходит. С клубами. Спустя 30 лет, да, солнце. Да, он лет 50. Да. А может, 500. Ну и что это за место, рассказывай? Фестиваль, клуб. Когда-то тут тусили люди. А сейчас вот во что это превратилось. Мне нравится графити. По-моему, все. Так же, как и в остальных клубах на Ибице. Команда обезьян из Аргентины. Как они там называются? Обезьяне волдыри какие-то там модные сейчас. Что это такое? Просто. Нормально тут краски потратили. Прям напоминает мне наш клуб в Волжском, клуб «Подвал». Мы там устраивали фестиваль граффити. И вот в этом фестивале у нас были изрисованы все стены. Что, туда, куда это туда сходить? Так, что здесь? Зачем это все? Даже в формате клуба, зачем вот эти помещения? Вот эти вот помещения зачем? Что это? О, какая стрёмная лестница. Ё-моё, она сейчас отвалится. Смотри, здесь машина есть. Кто-то машину сюда скинул. Может, оттуда с горы прям. А вот это что, не пойму, вот это зачем там все это? Так и что там, смотреть на что? А, да, вижу сцену. Вон там написано «Авентурас». Ага, так, а здесь выглядит, как будто типа сидят друг напротив друга люди.
значит, как будто были такие эти, типа випов. Смотри, видишь, типа сиденья, тут, наверное, сидели, смотрели вон туда. Я думаю, это построено тогда же, когда это Кубасанта. Типа такой же концерт. Вон грибочки, смотри. Наверное, здесь должны были группы выступать. Здесь кто-то спал, слышь? Матрас сгоревший. Прикинь, кто-то здесь спал. Наверное, курил траву и... О, глянь, вот его машина, вот матрасы, глянь, нифига. Смотри, тут сколько матрасов. И машину кто-то туда запиндюрил. Каким образом вообще? Как он сюда вообще заехал? Тут же нет заезда. Странные истории здесь, наверное, были. Здесь еще какие-то постройки. Понятно, на бар не похоже, глянь, написано «Пландемия». Думаешь, машина так загнали через это? Давай поднимемся. Куда-то дорога идет туда вниз. Сейчас все в слезы заедем, посмотрим, что там за новый лист.